Пусть вам мечтается красивые идеи, пусть мысли исцеления окружат, пусть будут в сердце вашем устремления, которые до Бога долетят, и пусть от них сгорает скверна, счастливей сложится судьба. Пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь и навсегда. «31 декабря. День Модеста. Назван в честь святого Модеста, архиепископа Иерусалимского. В юных лет он чувствовал сердечное влечение к Господу, поэтому, отрекшись от мирской суеты, проводил строгое иноческое житие. В это время было нашествие персов, которые разрушили все христианские храмы в Палестине и Иерусалиме. Святой Модест избег погибели и стал управлять палестинской церковью. Не опасаясь персидских властей, он восстановил храм Святого Гроба и другие храмы. Наши предки святого Модеста почитали как покровителя скота, поэтому сегодня ему молились о защите домашних животных. И это было правильно, так как впереди были холода, и скотине надо было перезимовать. Без нее бы пришлось крестьянской семье очень и очень туго. Сегодня гадали, старались узнать свою судьбу. Например, ложились на ток, это место, где обмолачивали зерно, и слушали, что произойдет. Если слышен гул, то слушателю уготована скорая смерть. Если слышна молотьба, то гадающий будет богатым. Для молодого человека звон, услышанный сегодня, предвещал свадьбу. Естественно, готовились к празднованию Нового года. Готовили различные блюда, наряжали елку и прочие хлопоты, связанные с этим праздником. Приметы. И не сегодня. Оттепель наступит через неделю. Если сегодня дует западный или юго-западный ветер, это к потеплению. Снег не скрипит под ногами, будет оттепель. Целебная кулинария и дары природы. И, как правило, каждый сезон года нам что-то преподносит свое. Тот или иной продукт, который как раз направлен на то, чтобы поддерживать наше здоровье. И вот созрела калина, и мы займемся ее сбором. Ягодки калины интересного такого вкуса, такого с горчинкой. Цвет, как мы видим, красный. Красный цвет имеет особое значение для нашего здоровья, придает организму жизненных сил. И мы соберем ягоды калинки и сделаем из них ряд целебных снадобий, которые будут одновременно и питать нас, и защищать от непогоды. Ярко-красный цвет калины считается энергичным, возбуждающим силы цветом. Его считают цветом активности, напора, страсти и жизненной силы. Что касается физиологии организма, то красный цвет активизирует работу желез внутренней секреции, органы размножения, с чем и связана страсть, повышает температуру тела, улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Придает нам жизненной энергии, улучшает кроветворение, горький вкус еще бодрит, плюс обладает великолепными противобактериальными свойствами, улучшает обменные процессы, усиливает защитные силы организма. В результате, если мы в этот сезон не пропустим его, а будем употреблять, никакие простуды нам с вами не будут страшны. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ, наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает.
радостью любовью все. Это новый, новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Наступает новый, новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет. Это новый, новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, наступает новый, новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет. Это новый, новый год. Бум-б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 ум-